Доброе утро, дорогие друзья! Понедельник, 7 апреля. Отмечаем сегодня Международный день здоровья. Пролетарии всех стран, объединяйтесь и становитесь здоровее. Потому как отличное самочувствие ни за какие денежки не купишь. Ну, зато его можно наработать, например, регулярными занятиями физкультурой. Так что собирайтесь на зарядку, только потом обязательно возвращайтесь. Нас ждут не дождутся выставка художников и прикладников, а также весенний праздник в детской школе искусств ЛАД. А плюс узнаем, как зареченские первостроители прокладывали путь-дорожку в Пензу. Но, как говорится, всему свое время. Для начала немного разомнемся. Доброе утро, дорогие зрители! С вами я, Самсонова Ангелина, и ваш любимый спортивный клуб «Манго». Сегодня у нас будет спокойная зарядка в стиле стретчинг. Стретчинг в переводе растяжка. Занимаем исходную позицию, мы будем работать и наверху, и внизу, поэтому немножко расчистите себе место. Широкая вторая позиция, носки развернуты. Делаем глубокий вдох, выдох, еще вдох, выдох. На выдохе округляем спину, тазовые кости вперед, плечи вперед, а живот вдавливаем вовнутрь. Стоим, тянемся, тянемся. Хорошо, сзади ручки в замок. Распрямляемся на выдохе, грудь вперед. Руками немножко можно сзади пружинить вверх. Дышим, дышим. Хорошо, делаем глубокий вдох. Выдох. Левую ручку к уху. Тянемся далеко-далеко вправо. Пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Правую стопу разворачиваем. Ладошку на себя. Спина прямая. Пружиним вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Через низ. 1. И поднимаемся наверх. 2. Другую руку поднимаем наверх. К уху. Тянемся в левую сторону. Все то же самое. Стараемся вытянуть себя как можно длиннее, как можно дальше в сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо, левую стопу разворачиваем в сторону, ладошку на себя, спина прямая. Еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И через низ. 1. И наверх. 2. Делаем глубокий вдох. Выдох. Ножки соединяем. Аккуратно садимся вниз. Вытягиваем ножки вперед. Носки оттянуты. Ручки. Ручками тянемся к носкам. Спинка прямая. Стараемся как можно ниже наклониться к ногам. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо. Соединяем стопы вместе. Пружиним ногами к полу. Руки ставим сзади. Выпрямляем спинку. 8, 7, 6, 5, 4. Вытягиваемся. 3, 2. Хорошо. На левую коленочку садимся. Правую ногу ставим назад на носок. Пружиним. 4, 3, 2. Отлично. Выпрямляем. Сгибаем сзади коленку. Стараемся как можно ближе притянуть к себе голень. Пятка стремится к ягодицам. 4, 3, 2. Хорошо. Меняем позицию. Правая нога согнута. Левая сзади на носок. Пружиним. 1, 2, 3, 4. Хорошо, кладем ногу на пол, сгибаем сзади голень в колени, тянем пяткой к ягодицам. 5, 4, 3, 2. Хорошо. Представляем обе ножки круглой спинкой наверх. Делаем глубокий вдох,
выдох, круг головой, медленно, спокойно вправо, раз, два, три, четыре, и в другую сторону, раз, два, три, четыре, последний вдох и глубокий выдох вниз. С вами был спортивный клуб «Манго». Наша спокойная зарядка, я думаю, помогла вам зарядиться энергией на весь день. Я, Самсон Ангелина, вам желаю замечательного дня и отличного настроения. Вот не хватает нам все-таки производственных зарядок. Очень не хватает. Ведь так здорово, когда все единым порывом выходили на зарядку. А сейчас... Эх, вот не понимаю людей, ругающих Советский Союз. Никогда не нужно отказываться от прошлого, лучше извлекать из него пользу. Ведь давно доказано, что в стране Советов люди были гораздо здоровее нынешних. И дело здесь не только в культе физических упражнений. Рацион советского гражданина до сих пор считается одним из самых сбалансированных. В самом деле, ну что может быть вкуснее натуральных продуктов, да еще и приготовленных дома? Да ничего. Так что, дорогие друзья, учитесь вкусно готовить. Ольга Орлова поделится очередным вкусным рецептом. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить скумбрию горчичную. Нам потребуется 1 свежая скумбрия, 2 столовые ложки горчицы, пол лимона, 2 зубчика чеснока, соль и черный перец. Готовим. Для маринада смешиваем горчицу с солью и перцем. Выдавливаем чеснок. Перемешиваем. Берем вычищенную рыбу, обмазываем ее маринадом внутри и снаружи. Теперь закладываем дольки лимона в брюшко и оставляем мариноваться хотя бы на 20 минут. На телевидении, как известно, время бежит гораздо быстрее, чем в жизни, поэтому наша скумбрия уже замариновалась, и я могу рассказать вам, что с ней делать дальше. А дальше мы заворачиваем тушку в фольгу вот таким образом. И отправляем рыбу в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Наша горчичная скумбрия готова. Если не успели записать ее рецепт, ищите его на нашем сайте trkz.ru на страничке «Доброе утро, Заречный». Приятного вам аппетита! Вкуснятина! А в следующей программе Ольга расскажет, как в российских условиях приготовить рис по-индийски. Слона покупать не надо. Вот приятно, когда человек помимо, так сказать, интеллектуального труда, еще и ручным занимается. Готовит, лепит, вышивает крестиком, выпиливает лобзиком. И правильно этот гипотетический человек делает. От ручного труда сплошная польза. Ну, как самому мастеру, так и зрителям, тем, кому повезет лицезреть авторские изделия. Вот Алине Храмовой повезло. Она побывала на выставке городского клуба художников и прикладников «Весеннее вдохновение». И зарядилась хорошим настроением, ну, а значит и здоровьем. Впрочем, обо всем по порядку.
этот хмурый мужчина с важным портфелем весну и не одобряет. Мы ее еще как приветствуем. Ведь весна – это пробуждение не только природы, но и творчества. Очередное тому доказательство – выставка прикладного искусства «Весеннее вдохновение», которая открылась в музейно-выставочном центре Заречного. Здесь цветы распускались не только на кустах, но и на сумочках, украшениях, картинах и даже на бутылках. Да что там цветы? В стекляшках поместились целые дома. И как такое вообще возможно? Голова должна работать, мыслит. А мысли надо в дело, в жизнь производить. Ну, все-таки секрет раскройте. Ну, самые первые работы, это вот услыхал, что где-то вот кто-то сделал бочонок в бутылке. А почему бы я не попробовал? И попробовал, получилось. А дальше руки почувствовали, что могут сделать больше, сложнее. И не прогадали. Сейчас работами Сергея Семеновича восхищаются даже иностранцы. А вот вопрос вам на засыпку. Отгадайте, сколько времени уходит на изготовление одной работы? Месяц? Год? Возможно. Но если вы настоящий профессионал, то... Создается работа очень долго мыслить. Как? А работа быстрее идет. А на соседнем стенде, совсем рядом с бутылочными диковинками, распустились цветы на сумочках, шарфах, шапочках, кошельках, фотоальбомах. Создатель этих шедевров – Ольга Козмарева. Мои работы – это художественный войлок. В принципе, с войлоком здесь работают несколько мастеров. Мой стенд и еще две девочки, которые представили очень достойные работы на свет зрителей. Глаза от представленной красоты просто разбегаются. Ну еще бы, на выставку свои работы принесли 27 мастеров. Даже выделить кого-то не получается, но меня, как девушку, увлек стенд с украшениями. Никогда бы не подумала, что такое возможно создать своими руками в домашних условиях. Я занимаюсь вот именно таким направлением уже 5 лет. Начиналось все как хобби, конечно, фенечки. Ну, а потом постепенно-постепенно осваивал новые техники. Ну, вот, собственно, получается такая красота. Используются натуральные камни, элитный японский бисер, элементы сваровски, жемчуг, различные бусины. Ну, из всего из этого получается вот такая красота. Без внимания не остались многочисленные стенды с вышивкой, куклами, резьбой, вязанием. Здесь каждый может найти себе предмет искусства по вкусу. Равнодушным не останется никто. Вот все-таки каждому свое. Кто-то сажает цветочки на сумке, дома в бутылки засовывает. А кому-то в этой жизни выпадает прокладывать настоящие дороги. Ветеран Пензенского управления строительства Александр Евдокимович Шиндин вспоминает, как укладывали бетонное основание дороги из Заречного в Пензу. Иной раз подивишься смекалке советских людей. Тогда же не было бетона укладчиков. Все вручную. Вот самосвал привез, свалил этот бетон, куча бетона. А попробуй лопатой раскидает кучу бетона-то. Заключенные что придумали? Взяли, вырезали бревно, чуть пошире этого полотна, где мы укладываем. Просверлили в эти отверстия, привязали туда трос металлический. Самосвал сваливают, а нет, бревно прицеплять к фаркопу. И этот самосвал растаскивает этот бетон, вот этой волокучей. Если раз протащил плохо, они назад сдают, еще раз протаскивают. И раз в три протаскивают ровненько. Где-то надо подкидать, где-то подровнять. И потом пускаем вибролейку. Несколько раз проходим, все это загладилось ровненько. Потом затираем. А затирали как тоже вручную. Строганная доска, тут реечка прибита, тут два зыка становятся. Затирает, а в конце это прибита это, транспортерная лента, резина. Она заглаживает, получается как, поверхность как елочкой.
Доброго понедельничного утра всем вновь присоединившимся. Да, утро понедельника тоже бывает доброе, а сегодня еще и здоровое, ведь мы празднуем Всемирный день здоровья. Мы тут уже достаточно много пунктиков здорового образа жизни обсудили, да, и правильное питание, и регулярные физические нагрузки, ну, про эстетику опять же не забыли. Осталась только ерунда – выполнить все эти нехитрые рекомендации. Вот тут-то нас и поджидает загвоздка. На этапе осуществления все благие намерения и начинают мастить дорогу, ну вы поняли куда. Понедельник – начало недели. Ну давайте попробуем начать новую жизнь. Здоровую новую жизнь. Тем более весна на улице. В такое время волей-неволей хочется сделать что-нибудь необыкновенное. Так сказать, отпраздновать наступление теплого времени года. Ребята из детской школы искусств ВЛАД каждый год отмечают наступление весны. И смотрите, какие они веселые и здоровые. Весна – это не только самый светлый и яркий период года. Весна – это состояние души. Им поделились со зрителями воспитанники детской школы искусств ВЛАД. В концертной программе под названием «Весеннее настроение» приняли участие все творческие коллективы школы. Это театр «Моды Дива», это вокальная студия «Премьера», народно-сценический танец «Куделица» коллектив. Вот, мы старались сделать разноплановую программу, чтобы, конечно, было интересно для зрителей, в том числе для детей. Каждый номер концертной программы уникален. Ребята старались создать атмосферу тепла и позитива. Юные модели театра моды «Дива» при помощи своих преподавателей создали потрясающие наряды, в которых воплотили свои эмоции и настроения. Почему пошли именно в театр моды? Ну, потому что там нагрузка поменьше, чем в обычных кружках. Обучают хорошо. Да. А еще чем понравилось? Ну, выступаем часто, да. Ездим там, нравится по экскурсию. Мастерством и талантом блеснули все воспитанники ЛАДа, от взрослых и до самых маленьких. Зрители увидели целый калейдоскоп эмоций, красок, ритмов и настроений. Создавая зрителям весеннее настроение, позитивом зарядились и сами участники концерта. Ведь весна – самое долгожданное время года, когда пробуждается все вокруг. Мне понравился концерт. Ну, выступление, я думаю, что могла лучше. Ну, мне больше понравился номер с привидениями. Проводя концерт, его организаторы надеялись, что каждый зритель найдет в детской школе искусств что-то интересное для себя. И в будущем захочет прийти сюда не только в качестве зрителя. Сразу вспоминается цитата из замечательного фильма «Служебный роман». А цирк? Цирка мне вполне хватает и в жизни. Я думаю, что каждый второй житель планеты Земля может так сказать. Не знаю, как у вас, а моя жизнь по утрам стабильно напоминает шапито. Надеюсь, вечер будет поспокойнее. Впрочем, сейчас узнаем гороскоп на утреннем канале. Овен. Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря. Телец. В этот день страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество. Близнецы. Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили сегодня, на завтра вам наверняка захочется сменить мнение.
Рак вас может одолеть чувство беспомощности перед лицом огромного количества совершенно неподъемных дел, но придется взять себя в руки и начать активную деятельность через «не могу». Лев, вы можете позволить себе действовать без промедления по первому движению души. Будете колебаться, только упустите подходящий момент. Дева, к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. Постарайтесь перенести это испытание спокойно. Весы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Скорпион. Подходящий день, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Перед выходом из дома плотно перекусите и выспитесь. Дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой. Стрелец, вы не стесняясь, можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому понять, он и есть самое незаменимое из всех личностей. Козерог, самой тяжкой задачей, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих. Других проблем не предвидится. Водолей, сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ждать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными. Рыбы, возможно, вы желаете слишком многого, и что характерно сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется. И еще раз доброе утро! Продолжается понедельник, продолжается день здоровья. Погода сегодня более чем располагает к занятиям спортом. Так что расчехляйте велосипеды, если вы этого до сих пор не сделали. И айда рассекать по улицам города. Здоровье нужно соединять с удовольствием. Тогда и заставлять себя не придется. Здорового вам, полного удовольствия дня и с добрым утром!